Переходим к следующему заданию из раздела «Лексика и грамматика». Лексика. Задание 25-29. Что здесь нас ожидает? Напомню, что это задание также относится к базовому уровню сложности, но тем не менее от нас требуется довольно объем больших знаний, чтобы выполнить этот тест, который очень похож на тот тест, который мы разбирали уже в задании 19.24 грамматика. Он идентичный. Дан небольшой текст, пропуски, слова, которые необходимо преобразовать. Но, внимание, теперь мы их преобразуем следующим образом. Мы с вами меняем часть речи разными способами. То есть, таким образом, на первый план выходит порядок слов, да? Что важно? Нужно понимать, к чему это слово в пропуске относится, чтобы понять, какая это часть речи. Да, к примеру, условно перед существительным будет стоять прилагательное. Да? Девочка какая красивая, умная, зеленая, красная. Вот. Соответственно, нам нужно знать правило словообразования. Это правило с заковыкой. Дело в том, что это не так, как объяснить слово, как объяснить время present simple. И забыть о нем, да, и стоит только практиковаться. Словообразование – это огромный пул лексики, который нужно постепенно учить с привязкой к теме лексической, то, чем мы будем заниматься с вами планомерно на годовом курсе. Вот, соответственно, это не та история, которая раз и все появилось. Это не списки лексики. Нет, 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 нет. Это именно планомерное такое изучение понемногу. Поэтому от нас нужно что? Знать, какие отрицательные префиксы есть, да, у разных частей речи, да. Далее, суффиксы прилагательных существительных наречий, глаголов. Вот. И также, как я уже сказала, порядок слов. Да, к примеру, давайте разберем. A planet that could support life orbits Proxima Centauri, the closest star to be Earth, to the Earth, called Proxima B. It is, то есть она какая? It is, она какая? Какая планета? Какая? Rock. Скалистая. Прилагательное rocky. Like the earth. Вот. Ну что же, практикуемся и поехали дальше.